Так, а теперь давайте познакомимся, ребята, с нужным нам в будущем таким инструментом, действием как ремеш. Для этого мы сейчас сделаем копию. Вот так, это обезьяны. Прилепим ее сюда. Сейчас пока это два объекта. Мы их выделяем. И говорим, что нам надо это соединить. Это Ctrl-Y. Все. Теперь у нас это один объект. Мы видим, да, переходим в скульптинг. Далее мы можем работать с комплексом. И скажем, что нам надо его соединить так, чтобы у нас везде были полигоны, с которыми она будет вместе с нами работать. То есть вся эта сетка должна быть одинаковая. Поэтому мы пойдем в ремеш вот сюда. И скажем 0,1. 0,0,1. Вот так. И нажмем Voxel Remesh. Так, что такое? Надо было выделить, наверное, да? А, нет, ну вот она Remesh сделала, но очень грубый. Поэтому сделаем 0,1. Ну, теперь уже возврата нет, да? Но зато хорошо продемонстрировалось, как она может действовать. То есть она по тем вот местам, где она склеена, да, она проходит, тоже делает автоматически пиксели воксели. Ждем. Вот. Теперь она здесь сделала. Мы можем перейти в Sculpting Mode. Так, где тут у нас Smooth? Мы же видели с вами, где-то Smooth был. Да, вот он. И вот тут мы можем спокойно это прогладить. Видите? Все. Вот у нас это слепилось все. Почему на глазах? А потому что глаза отдельные здесь были. Теперь они уже не отдельные. Вот. И получили вот такую форму, какую нам и нужно. Из двух обезьян. Которые кажутся теперь неразделимыми. Так, это первый способ ремеша. Есть еще второй способ. Сейчас мы его рассмотрим. Нравится? Мне нравится. Создаем один объект из двух, и не видно между ними никакой разницы. Это хорошо нам пригодится при создании каких-то скульптурчиков, где нужно ножки, ручки прилепить. Да? Я так понимаю. Так, ну а теперь давайте возьмем другой объект, скажем так. А где у нас тут меш? Вот он. И скажем ему сразу, допустим, Ctrl-5. Так. Получим 1 015 800 полигонов. Угу. Перейдем в Sculpting Mode и начнем, где у нас граб. Вот он у нас граб. Допустим. В общем, делать вот такую свинью маленькую. Свинья-копилка. Подняем сюда, вот, угу. И возьмем минус,
не получилось особо. Так, побольше сделаем ей. Где клей? Лоб. А блок тоже бы подошел. Знаете, что я не сделал? Вы догадываетесь, да? Я тоже на Subdivision не пытаю. Вот, теперь это будет быстрее двигаться. Вот так вот сделаем. Так. Потом, где тут у нас граб, поднимем наверх. Так, вот. Здесь сделаем. Нет, это перебор. Тоже. Если я сделаю контур, то получается слишком острый. Мне не надо. Вот бульб, где у нас был? Вот бульб. Во. Так. Здесь маленько. И сделаем теперь F. Ctrl. Вот так. А здесь сделаем назад. Уменьшим значение. Вот так, назад. И Alt зажимаем, ой, Ctrl зажимаем и делаем тут. Вот так, нам побольше надо радиус. В общем-то это не важно, но мне просто захотелось такую страшную свинью сделать. Ой, ужас какой. Так, где нанесение? Вот Clay Strip. Да не нужно это все. Я это хотел показать. В общем-то. Так, только побольше размер, если сделать. И. Угу. Ну, теперь будет вмятина, как нам нужно. Вот такая свинья. Пока такая. Так, и вот нам надо ее сделать ремеш. То есть, по идее, покрыть полигонами, да? Здесь их сейчас миллионы. Поэтому воспользуемся другой функцией. Давайте сделаем маленький хвостик. Я закручивать его еще не умею. Тут есть какой-то ротатор. Ну, я не знаю, насколько он. Вот так закручивает. Так, а этот? Не помню. Ну, не важно, пока оставим вот такой, допустим, да? Вытяни маленько сюда. Такой вот. Вот такая порося. Пока что вот такая. Не очень красивая порося. Но может быть, если вытянуть этот нос, то она будет красивше. Ладно, нам не это сейчас волнует, хотя более-менее получилось нормально. Эластическая деформация. Все. Теперь мы тоже пойдем в этот самый ремеш. Вот. То
То есть мы понимаем, что никаких миллион полигонов не могут двигаться, его нельзя реген сделать, то есть реген движения и так далее. Поэтому мы с вами сейчас поступим следующим. Пойдем теперь в объект мод. Возьмем вот этот квад. И возьмем ремеш. Нажмем, да? Появились здесь различные настройки. Вот, я в них пока не то, не все. Мод Face. Так, номер 4000 фейсов. Посмотрим, давайте нажмем. И подождем. Вот идет 20%, 40%. Зависит от вашего компьютера. Вот так.